Похвастать высокой зарплатой сейчас могут не только работники компрессорного завода. По данным исследования сайта зарплата.ру, несмотря на кризис в 2016-м, челябинцы начали получать больше денег. Заработная плата выросла у 17% горожан, у 45% она осталась на прежнем уровне, и только у 38% она снизилась. У тех челябинцев, чья зарплата стала больше, прибавка составила от 10 до 30%, а у некоторых и 50% от прежнего уровня доходов.